Здравствуйте, меня зовут Кассандра. Я ваш друг и виртуальный помощник в глобальном игровом пространстве Acrona Club. Для вашего удобства мы реализовали собственную внутреннюю валюту, которая получила одноименное название клуба – Acrona. Монеты Acrona будут отображаться на вашем личном балансе. Все финансовые операции в проекте будут осуществляться именно в них. Acrona привязаны к курсу биткоина. Стоимость одной монеты Acrona – 100 тысяч сатоши или 1/1000 биткоина. Это фиксированный эквивалент, который всегда будет неизменным. Следовательно, при биржевом росте биткоина автоматически повышается стоимость ваших Acrona. В Acrona Club предусмотрено 4 основных тарифа. После активации аккаунта за вами закрепляется статус, который соответствует выбранному тарифу. Каждый из них содержит индивидуальные характеристики и условия. Процент ваших вознаграждений по партнерской программе и в секторах глобального поля напрямую зависит от вашего текущего статуса. Для его повышения есть два способа. Дополнительное пополнение баланса, достижения и ранги, которые позволяют прокачать ваш статус на более высокий. Acrona Club содержит множество интерактивных заданий, за выполнение которых вы получаете очки. Таким образом, вы увеличиваете уровень своего профиля и повышаете статус. Acrona Sector – это автоматические розыгрыши среди всех участников системы. Вас ждет масса ценных призов, таких как криптовалюта, современная техника, романтические путешествия, новые автомобили, недвижимость и многое другое. Давайте предположим, что вы пополнили баланс на 100 Acrona. Сразу после активации аккаунта с вашего баланса списывается 1 Acrona и размещается в глобальном поле. Она активирует внутри него ваш личный сектор. Сектор состоит из 13 узлов. Один узел – ваш, который находится во главе сектора, и 12 пустых узлов, которые необходимо активировать. По мере заполнения сектора вы будете получать денежное вознаграждение прямо на баланс. Вам не обязательно ждать полного заполнения сектора. Прибыль начисляется сразу после активации любого из 12 узлов. Важно понимать, процент вознаграждений напрямую зависит от вашего статуса. На примере этого видео мой статус VIP. Следовательно, мой суммарный доход от закрытого сектора составит 32%. После того, как сектор заполняется на 100%, происходит так называемый реинвест. Ваша Acrona, которая находилась во главе сектора, автоматически размещается в другом месте глобального поля, открывая для вас новый сектор, который также начинает заполняться и приносить прибыль. За каждый 5-й закрытый сектор вы получаете вознаграждение в размере 1 Acrona. За каждый 8-й закрытый сектор вашими партнерами вы также получаете бонус в размере 1 Acrona. Чтобы стать участником розыгрыша, вам необходимо активировать сектор. То есть каждый активированный сектор дает вам право участвовать в одном розыгрыше. Автоматические розыгрыши – это накопительный фонд. Он формируется, и по достижению определенной суммы происходит розыгрыш среди тех партнеров, которые принимали участие в его накоплении. Как только в призовом фонде собрано необходимое количество средств, происходит первый розыгрыш автомобиля. Фонд обнуляется, и аккумуляция средств возобновляется. По достижению необходимой суммы происходит второй розыгрыш автомобиля. Фонд обнуляется, и аккумуляция средств возобновляется. Как только выбран обладатель второго автомобиля, сразу же происходит розыгрыш квартиры. В нем принимают участие те партнеры, которые участвовали в розыгрыше двух предыдущих автомобилей. Добро пожаловать в Acrona Club!